Еще одно чудо в Измире. 4-летнюю девочку спасли из-под завалов спустя 91 час после землетрясения. Этой радостной новостью поделился мэр турецкого города Туч Сойер. Ребенка доставили в больницу, врачи окажут ей необходимую помощь. По информации некоторых источников, девочка питалась водой из посудомоечной машины, что, вероятно, и спасло ей жизнь. Напомним, что 30 октября на западе Турции произошло землетрясение силой в 6,5 баллов. Разбор завалов там продолжается уже 4-е сутки. В данный момент спасатели работают на месте 5 разрушенных домов.